русский язык. Постановка. В эфире, да? Коллеги, спасибо за ваше терпение. Видите, что значит, когда из дома проводишь, а не из студии. Но хотела сегодня с вами из дома встретиться, потому что есть о чем поговорить. И читаю, напишите, пожалуйста, стало ли вам меня видно и виден ли вам экран моего компьютера, потому что все вам буду показывать сейчас и рассказывать. С удовольствием вас всех приветствую. Эльвира написала «Спасибо за ожидание», значит, наверное, меня уже видно. Ну и, конечно, коллеги, читаю все ваши города и всех приветствую. И, как всегда, на нашей с вами встрече прям вот чувство единения нашего с вами очень меня сильно охватывает. Я очень рада, что мы вместе, и мы продолжаем нашу работу, продолжаем общаться и работать с детьми, и делать все, чтобы их детство было полноценным и насыщенным нашей с вами заботой и любовью. Вот, поэтому Кемерово, Воронеж, тут Хакасия, Таганрог, Москва вместе с нами, и Новосибирск, и Серебряные пруды, коллеги, просто и Донецк с нами, и Подмосковье. Всех, все, спасибо, что написали, что видно, Самара присоединилась, Энгельс, всех пока присоединялась, всех прочитала. Спасибо, Наталья Викторовна сказала, все видно и слышно. Сегодня наша с вами любимая логопедическая тема. Будем говорить о том, как поставить звуки детям, как, вернее, их автоматизировать, да, потому что тема постановки звуков, она тоже достаточно развернутая. Но сегодня в рамках нашей встречи хочу показать материал, который поможет вам закрепить звуки в речи. И сегодня у меня еще такая задумка. Спасибо, Ольга, Татьяна, Рязань, Калуга подключается, Донецкая область на связи. Нина, вас приветствую изо всех сил. Хочу, знаете, приготовила ролики, и мы с коллегами об этом говорили недавно, что, значит, у нас проходил такой конкурс социального ролика на тему, как наши коллеги с вами, да, вот как вы используете Мерсибо в своей работе. И я думаю, что у многих, конечно, Мерсибо давно уже включен в рабочий процесс, но не всегда находится время, чтобы, знаете, дать какую-то обратную связь и на эту тему обсудить. Поэтому мы приготовили ролики, в общем, тут целый конкурс. Я-то тут, знаете, сбоку с припеку мне показали, вот оцени ролики. Но я думаю, ну как оценивать, да, как вообще можно давать этому оценку, когда люди такой большой труд приложили, чтобы... Это Кемерово, Макеевка, дай бог вам здоровья, с нами, Ставропольский край, Моздок, Сыктывкар с нами, Сафонова. Коллеги, я вас всех приветствую и вот просто очень рада, что мы с вами вместе. И сегодня такая у нас с вами задумка поговорить о том, какие игры нам подойдут для автоматизации звуков. Вообще, конечно, вот столько лет проработав в детском саду, я понимаю, что дети настолько все разные, да, приходит ребенок, иногда вот были такие случаи, ну просто каша во рту, и ты думаешь, ну все, сейчас мы завязнем, не вылезем из нее, из этой каши, ну будем работать, будем сидеть на артикуляционной гимнастике как можно дольше, да, и вдруг выясняется, да, что ребенок вот просто раз и идет сходу, что мы в 2 месяца делаем такие успехи и хорошая динамика. Ну, Торонто на связи вообще, я не знаю, как так. Татьяна, приветствую вас. Передо мной телефон, коллеги, все читаю. Вот. И бывают такие случаи, да, потому что ребенок, когда мы проявляем внимание вот к его речи, да, к тому, как он говорит, возможно, родители не обращали на это внимания, сам он как бы находится в процессе общения, не делает ему замечаний, он как бы думает, что все в порядке. И вот когда мы направляем его внимание на его речь, на произношение, на постановку звука, здесь мы видим, что эффект всегда будет обязательно. Также сталкивалась я тоже вот в своей практике с моментами, когда занимаешься с ребенком, бьешься над 2 звуками, они не встают. Вот ты бьешься, бьешься, уже все. Все, что только можно. Вот Таллин с нами, Екатеринбург, Ростовская область. Коллеги, всех приветствую. Прям международная у нас с вами сегодня встреча. Вот, поэтому мы со своей стороны, своей мерсибовской стороны делаем все, чтобы у вас под рукой был инструмент, да, максимально понятный, доступный и ребенку, и вам, чтобы этот процесс постановки и автоматизации шел как можно быстрее. Почему я это говорю? Быстрее, может быть, и не надо здесь торопиться, Ну, потому что у нас не так много времени вот в этом вот детском промежутке времени, да, когда мы с вами столько ребенок получает информации, да, мы с ним и лексикой занимаемся, и грамматикой, мы составляем рассказы, мы в него очень много вкладываем. И вот я хочу сказать, что вот эта звуковка, звукопроизношение, такой момент, который хочется вот наладить побыстрее, чтобы ребенок хорошо говорил. Стаханов, Талин, приветствую вас, коллеги, ко всем с большой любовью. Ну и что, начну с показа того, что у нас есть рубрика «Артикуляционное вообще звукопроизношение», да, в ней 59 игр. Я показываю игры на сайте, значит, студия, да, вот у меня цветочек студии. Покажу только одно артикуляционное упражнение и, поскольку заявлена тема автоматизации, перейду к ним. Ну что, покажу, конечно, нашего тигренка. Вдруг кто-то его не видел. Но я думаю, многие из вас видят, что есть классическая артикуляционная гимнастика, дополнительная. Все материалы по постановке звуков. Ну вот, просто тигреночка посмотрим. Донецк, приветствую, Елена. Рот пошире открывай, к тренировке приступай. Я эту игру открыла предварительно, да, поэтому у нас не было легенды, как целая легенда гласит о том, почему тигренок не говорит, его больше не боятся звери в лесу, потому что он плохо рычит. Ребенку всегда интересно послушать такое предисловие, да, и дальше у нас выстраивается 10 упражнений. Это упражнение на постановку звуков, обязательный этап, да, потому что, естественно, я думаю, вы как логопеды, как специалисты встречались с тем, что иногда звук ставится по подражанию. Ты показал, а ребенок схватил, но чаще всего это требует артикуляционной гимнастики. Первое упражнение у нас широкая пасть, держим рот открытым. Второе упражнение у нас... Так. У меня тут настройки, сейчас проверим настройки. По порядку, видите, второе не открывалось, я думаю, что такое? Зашла в настройки и выбираю кнопочку в любом порядке. Сороку можно выключить, но сорока, конечно, она дает нам... Смотрите, сурки, скоро мы научимся рычать. Рот пошире открывай, к тренировке приступай. Ольга, приветствую вас, Наталья, Новосибирск. Упражнение «Большой ам», упражнение «Таежные качели». Да? Просто как пример покажу. Упражнение «Таежные качели». Вверх язык свой подними и спокойно опусти, но при этом не зевай, поздержи, не закрывай. Вверх, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз. Вверх, вниз. Угу. Вот такое понятное упражнение. И вы видите, как мы тут отрисовывали артикуляцию, да, четко. Вверх-вниз, держим рот. И, конечно, любой специалист, сталкиваясь с тем, как ребенок начинает, да, мы следим просто за тем, как у него челюсть работает, да, как он все равно, нет ли у него слюнотечения, да, насколько он, симметрично у него лицо и губы. Да, то есть мы над этим работаем. Для этого, собственно, и нужна наша артикуляционная гимнастика. Упражнение «Веселый дятел». Рот открыл, язык поднял, словно дятел постучал. Д, 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 д. Угу. Вот такие у нас упражнения, всем нам известные и понятные, но насколько ребенку интереснее, веселее с тигренком это делать, да, когда четко видна артикуляция, когда он и себя может и в зеркале проконтролировать, и на вас посмотреть, еще и на тигренка. Конечно, процесс идет быстрее. Елена из Белгорода, Алена из Новокузнецка, коллеги, всех приветствую. Очень мне нравится это делать. Вот упражнение «Пухолет», да, я тут пропускаю. Чистые клыки, значит, чистим зубки. Смотрите, сурки, свободы. Скоро мы научимся рычать. Проторный звук. Да. Пухолет, всегда у нас заготовлен маленький кусочек ватки. И мы демонстрируем это вместе с ребенком. Это очень веселое упражнение. Упражнение «Пухолет». Язычок приподнимаем. С носа пух слегка сдуваем. Дуем, дуем, дуем. Да, это всегда очень весело. Ага, Светлана, спасибо вам за то, что вы пользуетесь флешкой, занимательная фонематика, да, там действительно фонематика очень важна. И я, конечно, когда более расширенный такой вебинар, еще делаю такой блок перед материалом на звукопроизношение, как важен фонематический слух, да, и как интересно, что ты развиваешь его, берешь упражнения из фонематического слуха, с той же занимательной фонематики, и видишь, как у ребенка вот идет такое вот срастание, да, улучшается внимание к звуку, и к своему, и к тому, что он слышит. Да? То есть вот этот комплекс, и работа над фонематическим слухом, и артикуляционная гимнастика, и четкое повторение. Да? Собственно говоря, с разных путей, со сторон мы заходим к моменту четкого произношения. Татарстан, Тольятти, приветствую вас, коллеги. Тр-др, да? Это для тех, кто ставит от тр-др, я лично всегда так вот ставила. Да, язык наверху. Затем у нас упражнение «Ура». Смотрите, упражнение «Ура». Вот получается, да, звук «Ра». Кончик языка трясется. «Ра» повсюду раздается. «Ра». «Ры». «Ро». «Ре». Соединяемся с таким, да, Наталья, я тоже приветствую вас, рада, что вы пользуетесь флешкой, что логомер у вас в хозяйстве, есть вообще классная вещь. Ну и ролики, да, вот я вам показала один из роликов, вот, там были дети, вот показаны, как в групповом занятии строится, когда есть большой экран, да, и все ролики, которые нам прислали, прям вот как специалист у компьютера работает, у ноутбука, большой экран вот этот вот на стене, вообще здорово, классно. Ну и здесь, конечно, очень эффектная концовка, я всегда советую вот это упражнение последнее предлагать, когда уже у ребенка четко звук «р» получается, да, когда мы этого добились, то есть вы включали ему тигренка, может быть, раз 5, да, и, может быть, не на каждом занятии, но, как правило, вода камень точит, звук обязательно получится, и тогда у ребенка заслуженная награда. Упражнение «Грозный рык». Наш тигренок зарычал. Рррр, отлично зазвучал. Рррр. Рррр. Бегом отсюда! Ты не зря со мной трудился и рычать здесь научился. Ну, мы закрываем игру и видим, что к ней есть также и печатное задание. Я тут перед тем, как с вами встретиться, даже себе распечатала, потому что дома есть такая возможность. У меня сразу принтер работает, в студии этого нету. Светлану из Горловки приветствую особенно. Снежная, Кемеровская область. Коллеги все тут с нами, Санкт-Петербург. Затем вы видите большой блок «Воздушная струя». Тоже сегодня его просто вам напоминаю о нем, потому что он очень хорош для постановки звуков. Да? Но сегодня концентрируемся на автоматизации. На эту тему у нас есть флешка «Звукорику», а если вы пользуетесь подпиской, то это вот рубрика «Автоматизация». Когда звук поставлен, с тигренком вы позанимались, также вы видели, у нас есть и голубь, и суслик, все на эту же тему, полный алгоритм постановки звука от первого упражнения до последнего, это очень удобно и весело. Мы переходим к тому, что нужно теперь автоматизировать звук в слогах. Да? Как правило, берем сразу слоги или простые слова. Тут нам в помощь наш любимый бедный козлик. Смотрим, что у него там в настройках. Коллеги, всегда напоминаю про настроечки. Козлик, помощь близка. Помощь близка. Мы сюда заходим и смотрим, что у нас козлик на автоматизации звука «л». Я, конечно, всегда за то, чтобы автоматизировать и ставить те звуки, которые у ребенка лучше получаются. Я знаю, что есть логопеды, которые исповедуют некую последовательность, что вот если у ребенка все звуки нарушены, нужно начинать вот с этого, там, допустим, со свистящих там, и так далее. Я считаю, что надо идти от ребенка, и когда мы провели речевое обследование, посмотрели, что у него хорошо получается, мы сразу, я лично отталкиваюсь от того, что у него есть. В любом случае комплекс артикуляционной гимнастики достаточно универсальный, он прям вот разминает, подготавливает речевой аппарат к правильному произнесению звуков. Ну, а здесь у козлика мы выбираем ту пару звуков, слогов, да, которые мы предлагаем. Видите, слоги есть. Пла, плы, тло, тлу, вот такие вот, где звук есть на конце, бал, Да? То есть, например, мы можем ла-ла-лу-лу повторить вместе, а можем взять вот такой вариант. Бал-тыл. Ну, как вариант, почему нет? Балахну, приветствую, Москву тоже. Прыгай смело. Вот, прыгает у нас он. Ну, по идее-то он прыгает, но наша задача, чтобы ребенок произносил тыл, сюда прыгнул. Бал, четко произносите. Если ставите от межзубного, если самый первый этап говорите, следи за язычком, прикус своего тыл, прыгай, говори бал. Можете говорить, чтобы ребенок говорил громко или тихо, или два раза произносил тыл, тыл. Балла, балла. Так, Саяногорск вижу. И смотрите, у нас здесь 8 прыжков, а можно сделать 10 и 12, да? Как вы посчитаете нужным. Тыл. Ну и заключительный раз. Ура! Козлик, ты справился, и теперь мы вместе. Будь осторожен. Вот таким образом мы доводим с до конца, и я вам покажу. Ну, вот я распечатала тут со скоростью слова, но на самом деле вот таким образом выглядит, не знаю, видно ли вам, да, вот специально в камеру показываю. Вот такое вот черно-белое задание будет, вот, и оно такое симпатичное и несложное. Во всяком случае, для ребенка это выглядит как некий такой сюрприз, да, что вот он будет этим заниматься дома, продолжать, или же пойдет в группу и раскрасит. В любом случае, это некая раскраска, это игровое задание. Приветствую всех, кто присоединяется, коллеги. Мы сейчас смотрим игры на автоматизацию звуков. Посмотрели бедного козырька. Здесь нужно произносить слоги. В настройках выбираем, какие именно. Также на слоги у нас есть такая традиционная простая игра «Слогоденс». Ой, я рада, что Татьяна из Горловки часто использует советы и рекомендации. Татьяна, приходите к нам почаще, у нас здесь всегда интересно, такое теплое сообщество. Но слогоденс покажу, также обращаю ваше внимание, вот у него нет печатного задания, потому что ну, здесь просто повторение слогов, можно у козлика взять задание. Звуки, слоги, потанцуем! Здесь мы идем в настройки, и здесь вот таким образом выстроены настройки. Вы выбираете тот звук, который поставили, например, поставили свистящий, и у вас звук «с» в начале слова «са», «сы», «со» или «з» автоматизируйте. На «л» такие варианты, как, видите, «лалы» и «блаклы», и «лаклын». Вот такие вот посложнее, поэтому все зависит от того, какой вы поставили звук, что вы выбираете. Например, тра-тры, да, с тигренком позанимались, да, вот здесь такая цепочка может быть, с тигренком позанимались, появился проторный звук «р», я люблю на проторном тоже работать. Звуки, слоги, потанцуем. И мы двигаемся. Тра-ра. Ра-ра. Я понимаю, что достаточно для ребенка утомительные занятия, но тут у нас тут все летает, светится. Да, вот Наталья пишет, что очень нравятся такие задания. Можете на «ше» добавить. Наши, да, то есть не нашли. Да, видите, решили сделаем на свистящие и на соноры. Вот такая была задумка. Наши у нас есть в других играх, и я покажу, чтобы вы не сомневались, что мы это тоже все тут в наличии. Вот, двигаемся, и дальше нас ждет такой веселый танцующий персонаж, особенно игра дискотека. Да, Наталья, знаете, вот эта дискотека веселая с волком, она прям действительно всем нравится. Ну вот как бы у нас некоторые игры, которые еще, знаете, на концерте, у нас там песнями, плясками заканчивается слогоденс, тут персонаж пляшет, дискотека, волк танцует. То есть я всегда за то, чтобы ребенок закончил игру, а потом как-то подвигался, поплясал. И поэтому вот в роликах, которые я смотрела, которые прислали на конкурс, там тоже включается на моторику, вот, а что ты можешь, а ты так можешь, вот эти наши игры. И ребенок стоит около стола и, значит, повторяет движение. Ольга спрашивает, для чего кот внизу домашнего задания? Да, он тут присутствует. Я уж говорила о том, что у нас в родительском портале был такой маршрут, что если ребенок собирает вот эти коды и набирает их определенное количество, он должен вырезать их в альбом, там вставлять, у него потом будет приз. Сейчас там меняется у нас, это было давно с этими кодами, Но в любом случае здесь есть такая раскрасив клей в альбом, наклейка, тоже можно это использовать. Да, Эльвира тоже мне подсказывает. И тут есть такое окошко «Твоя оценка», да? Ну, какой-то смайлик или веселая пятерка, вот что-то такое. Наталья спрашивает, какая флешка, а я подскажу, что вот те игры, которые мы рассматриваем, они есть на флешке «Звукорику». Не в таком объеме, да, здесь вот на автоматизацию 34 игры, там, по-моему, 25, но вполне достаточная. Вот, флешки «Звукорику» и наборы, которые мы сделали по автоматизации звуков, я вам в конце покажу, прям поподробнее, чтобы вы могли ими воспользоваться. Дальше, значит, мы и двигаемся от того, что проговариваем слоги. И еще раз, вот Наталья, спасибо за вашу активность, Наташа Чекунова, наклейки используют. У меня тоже вот внуки, например, они вырезали все эти наклейки, делали альбомы, раскрашивали. Ну, какую-то можно из этого извлечь активность. Также покажу вам игру «Пожужжим». По-моему, она тоже есть на флешке. Привет, дружок. Интересно, сможешь ли ты повторить звуки разных животных и предметов? Выбери картинку и повтори тот звук, который услышишь. Цып-цып-цып-цып-цып. Это вот игра «Мерсибо» от наклейки. Ой, что вы, Наталья, клеим всем на грудь носят, говорят, прям рубашки стирать не хотят. Вот и наши персонажи, которые могут помочь нам поставить звук по звукоподражанию. Да? Мы выбираем персонажей наших. Посмотри, как комарик. Да, максимально ассоциируем вот персонажа с тем звуком, который он показывает. Да-да-да-да-да-да. Да, тоже хорошо использовать для постановки звуков. Угу. Да, еще разочек напомню, что я в самом начале сказала, что я могла бы показывать это на флешке «Звукорику», вот, но они игры выглядят совершенно одинаково, поэтому на флешке ли я показываю или в студии, да, это без разницы. Игры примерно все те же самые. Не примерно, а так они и есть. Вот. Ставим звук «с» и достаточно наглядно. Смотри, как «с» выходит воздух из насоса. Да? Вот Омск сегодня активно, коллеги. Вот, мы выбираем. Вот постановка звука «л». Да, я могу в это время могу поставить побольше. Видите, не 10 секунд, а 15, побольше. Спасибо, Галина и вам тоже за ваши встречи. Цып-цып-цып-цып-цып, цып-цып. Да, то есть вот они все наши речевые звуки. И «ц», и «ч», и «ж». Как жужжит жук, как качает насос. То есть соотносим с предметом. И вот этот вот блок игр, который у нас называется, господи, «Пожужжим», да, «Пожужжим». Вот оно, конечно, способствует тоже постановке звука. Например, на тигренка у вас нет времени, а вот какой-то персонаж поможет вам поставить звук. Также хочу напомнить про нашего попугайца, попугайчика. Попугай кричит «Ура!», начинается игра. Да, здесь тоже у него целая легенда, как наш этот Дормидон живет, поживает. И здесь у нас возможность выбрать тот звук, кстати говоря, шипящий можно взять, да. Что у нас тут в настройках? Сложность игры, простая или сложная, это только говорит о том, какой набор слов нужно будет повторять. Посложнее или попроще? Каша. Каша. Повтори, пожалуйста. Шапка. Шапка. Ваш. Ага, Наталья говорит, и с попугайчиком играли, и Татьяне нравятся наши игры. Да, потому что, видите, вот в игре, конечно, классно совмещается момент дидактики, обучения, да, и игры. И это тот самый, и с фокусником, да, сегодня тоже посмотрим, наверное. Это тот самый момент, который позволяет вот двигаться ребенку, да, и помогает нам быстрее видеть динамику. Маша. Вот такие слова произносим за нашим попугаем, никуда не торопясь, и в конце концов смотрим, наблюдаем за ребенком, да, потому что какие бы игры и попугаи тут нас не, значит, отвлекали от жизни, не присутствовали в ней, вернее, мы смотрим, как реагирует ребенок. Вот попугайчик, к нему нету задания, но он есть. Наталья, и вам тоже спасибо, потому что, как говорится, без зрителей не было бы артистов, а без нашей аудитории, для кого бы мы все это делали. Вот, мы с вами посмотрели вот такие простые игры, как пожужжим, попугай, слогоденс, с козликом поиграли, да. И здесь же у нас есть игры очень простые, которые мы от слогов переходим с вами к повторению слов. И если у нас с вами всегда есть под рукой предметные картинки, я всегда люблю с предметными картинками работать, книжки с персонажами, которых нужно называть. То есть дальше наша задача, чем больше ребенок повторит, тем быстрее он ведет этот звук в речь. И все. И вдруг мы увидим, что он уже не ошибается. Шар недотрога. Посмотрим игру. Шар недотрога. Антонида, сейчас вам Эльвира ответит. Вот, попугайчик у нас, оказывается, популярный персонаж. Я жонглировать умею и шары ловить. Ну а ты меня, дружочек, сможешь удивить? Так, здесь тоже выбираем. Твоя задача – не дать шарику коснуться огоньков внизу экрана. Называй слова и после этого щелкай на шарик. Успеешь? Здесь, смотрите, в настройках выставляем с «л» или «р» играем, где звук в начале, в середине или в конце слова. Я уже забыла эту игру-то. Шары разлетаются, игра начинается. И тут, видите, я выставила низкую скорость. Да, у нас в настройках стоит луч. О, идет повторение. Еще разочек скажи. Луч. Да, потому что ребенок только звук поставили, но еще его нечетко говорит. Мы выбрали сами картинки звук «л» в начале слова. Луч. Лавка. Я прям по инерции все время утрирую, конечно. Лак. Да, раздвигаем губы, говорим ребенку четко. Ротик открыт. Улыбочка. Лопата. Лампа. Так, можем выбрать скорость, какую у нас тут с вами. Высокую. Посмотрим, что тогда будет. Да, Ткаченко тоже хороша, что и говорить. Шары разлетаются, игра начинается. Так, полетели шары. Задача ребенка остается такая же. Произносить слова со звуком «л», и сам он их щелкает, или вы щелкаете. Ласточка, лодка, лопата, лампа, лак. Видите, такая нагрузочная прям получается история. Ластик. Лук, ладонь, из тебя получился отличный жонглер, молодец. Попробуешь еще? Вот такой у нас жонглер, и у нас здесь есть подпись к этой игре, что это «л» и «р» в начале, середине, в конце слова, да, то есть мы играем с вами и автоматизируем звук «л». Но вот мы выбираем игру со скоростью слова, там, по-моему, разные звуки, то есть я вам показываю, моя задача такая, да, чтобы вы пользовались настройками и выбирали то, что вот конкретному ребенку, который рядом с вами стоит, и подойдет. Значит, посмотрим со скоростью слова. Игру, я показывала вам задание к ней. Я начинаем повторять. Скорость будем ускорять. Такое. Прям легко распечатывается. Что мы с вами идем в настройки? Выбираем, какие у нас тут звуки. Р, Л, С, Ш. Пожалуйста, картинки наши. Количество слов 10 или же 20. Повторы. Редкие повторы, частые повторы, что тоже неплохо. Чухламу приветствую от души, Ольга. И выставив таким образом настройки, вот пришел ребенок, а нам надо «ш». Поставили, все, держит уже шипит, уже не соскакивает. Надо автоматизировать. Начинаем повторять. Скорость будем ускорять. И такой кинопроектор. Смотрим кино. На экране появляются картинки. Выбираем вторую скорость. Лягушка. Четко произносим. Да? Следующее у нас какое слово? Лошадь. Следим, чтобы чашечка была, кончик языка наверху. Каша. Получается? Увеличиваем скорость. Чашка. Машина. Еще увеличиваем скорость. Шапка. машина. Шишка, да, вот наш ребенок называет, кинопроектор крутится, тут шишка, мышка, дедушка появляется плавными рядами, еще один дедушка пришел, еще одна шапка прилетела, мы с вами смотрим. Вот я вижу, что Олеся уже пользуется флешечкой Звукорику, действительно она классная, и там вполне хватает материала, чтобы каждому ребенку подобрать материал. Вот у нас душ, шляпа, а вот еще пятая скорость, увеличиваем. Да, скорая помощь логопеда тоже так называю. Отличная словарная тренировка получилась. Ты молодец. Ну, вот такая у нас победа произошла. Еще раз. И такое же печатное задание по этой именно по этой игре. И еще раз обращаю ваше внимание, вот я каждую игру показываю, сколько она длится, ну, 2-3 минуты. А будет ли она длиться больше или меньше, зависит от того, как ребенок, да, если он медленно работает, если вы подольше сидите на каждой картинке, или же вы занимаетесь двумя детьми, и по очереди они произносят, тогда вы выбираете в настройках больше материала. Да? Все именно для этого. Такие вот игры, как «Шар недотрога», «Со скоростью слова», это все на то, чтобы повторять вот эти слова. Также хочу вам показать игру там «Паучок-сундучок», когда у нас в игре сочетается момент грамматики, тоже очень важно, потому что уменьшительный суффикс, да, мы говорим слово в уменьшительной форме и заодно автоматизируем звук «ч». Вот прямо для «ч» у нас посвящена игра «Паучок-сундучок». Не паук, а паучок. Не сундук, а сундучок. Не рука, а ручка. Вот какая штучка. Понял, как надо? Доставай картинки из сундучка и называй слова ласково. Сундучок, откройся. Вот такие подбирали специально слова, которые можно сказать ласково, и будет звучать суффикс «чик». Чка. Молочко. Молоко. Молочко. Да, то есть здесь у нас ничего такого не меняется, просто у нас появляется слово «кость», а как сказать ласково? «Косточка». И я думаю, что далеко не все дети с самого первого раза скажут вам правильный грамматический момент, поэтому я не считаю это какой-то ошибкой, я считаю, что это и есть как раз момент обучения, когда ребенок от нас слышит, как правильно, апельсин, апельсинчик. Коллеги присоединяются, а мы уже смотрим игры на автоматизацию звука «ч», и у нас это все сопряжено еще и с работой на грамматику. Собачка. Здесь мы смотрим, что 7 слов, а можно 10, 15, да, в зависимости от того, сколько детей, какое настроение, сколько вообще у вас на это времени. Видите, у нас есть слова-обманки, то есть есть те слова, у которых нельзя выявить этот суффикс. Да? Например, взять там слово «карандаш», «карандашик», у него нету «чик». Но мы здесь выключили, да, чтобы ребенка не смущать. Это можно сделать потом, когда у него будет хорошо получаться. Бык, бычок. Всего 7 слов, поэтому все очень просто и коротко. Мы повторили. После этого вы можете разложить ему картинки, предметы, у вас может быть какая-то настольная игра. И мне очень нравится вот этот момент, когда мы сочетаем вот компьютерная игра, вот настольная, вот у нас лего, вот у нас пластилин. Не то, что мы в бесконечном потоке играем с ребенком, да, мы ему даем время самостоятельно поиграть. Ну, вот такие у нас варианты возможны. Светлану из Белгорода приветствую, Аллу из Курска, смотрим игры на автоматизацию. Булавка, булавочка, тапки, тапочки. Все картинки мы достали и отлично поиграли. На прощание тебе приз. Посмотри и удивись. Приз? Вот мешок к нам прилетел. Еще сходим в гости к нам. Ага, Татьяна Пучка играет. Очень хорошо. Также, коллеги, напомню, что у нас здесь есть вот эти игры, так называемые квесты. Да, это «Приключения Буратино», автоматизируем звук «р», «Заяц свистящий», «Колобок» на «л» и, значит, «Два сыщика» на «шипящий» и на «чище». Да, вот поэтому вы можете выбирать. Опять вот ребенок пришел, вот со звуком «р». Поставили, уже звук есть, в речь проваливает. Да? И вот в этом плане приключения Буратино, они по мотивам вот этих приключений Буратино и Колобка у нас созданы карточки «Белки-балаболки». Да, вот, Галина, если вы видели, то на интерактивной доске у нас, на интерактивной доске вот все ролики, которые нам прислали про то, как дети играют в Мерсибо, прям у всех интерактивные доски. Я прям порадовалась, что они у всех есть. Классно. Вот. Спасибо, Людмила из Химок. Да, стараемся, креативен тут изо всех сил. Ну вот Буратино. Как раз напомним, что можно играть как в интерактиве, так и иметь такой же набор карточек. Белки-балаболки, тараторки на пригорке. Они у нас называются также очень креативно, как видите. Приключения Буратино. Да? То есть у нас здесь ребенок будет перемещаться по полям, что-то она у меня сегодня грузится. Раннего антогенеза нельзя использовать слова со звуками позднего антогенеза. А тут в играх это условие не соблюдается. Почему так? Угу. Ну, потому что, Ольга, знаете, вот при автоматизации звука раннего антогенеза. Ну, во-первых, я вам сейчас не показываю звуки раннего антогенеза, да, я уже показываю звуки так называемые трудные. Сказочная игра, да. Приключения Буратино. Потому что когда мы говорим о звуках раннего антогенеза, мы действительно можем следить за подбором материала. Но, опять же, знаете, вот в университете говорят одно, и я сама тоже вот обучалась 5 лет когда-то еще в прошлом веке, но ты приходишь, и у тебя ребенок, и вот он конкретный человек. И если ты видишь, что ты ему предлагаешь слово, а у него получается, то ты можешь пользоваться этим словом. Если ты видишь, что нет, ну, действительно ставить, например, гласное или там «н», «м», и при этом подбирать слова со звуком «р», мы, конечно, так не делаем, ни «р», ни «шипящий» мы туда не вставляем, да? Подбираем очень простые слова, все эти «мама», «нана», «тук», «так», «тап», да? Слова, которые начинаются на гласную. Вот. То есть можно, тут нужно быть очень внимательным. Да, потому что сейчас я не показываю звуки раннего антогенеза, я показываю, что вот у ребенка нарушено звукопроизношение, всем нам понятные, свистящие, шипящие. Вот, и угу. Так, читаю ваши комментарии. Вот, и вот такие выскакивают задания, когда идет наш Колобок или какой-то наш персонал. Угу. Артикуляционная гимнастика и тараторки на пригорке. Детям нравится, Оля говорит. Спасибо. Назови картинки, четко проговаривай слова. Ракета, рак, радуга. Опять же, знаете, вот я никогда не боялась брать ребенка, если даже у него проторный звук, я уже не могу, я уже просто лезу к нему. Давай, рак, радуга. Даже если он так говорит, я не боюсь двигаться, предлагать ему такие игры, а не только вот ждать, когда будет чистый звук «р». Вот он настолько часто будет повторять проторный, да, что у него он выскочит обязательно. В копилочку заданий стучим. 4 шага. Читаем за Буратино. Ра, ру, ры, ро, ар. И сейчас будет задание. Назови картинки. Где находится звук «р» в этих словах? Тут еще подключается момент звукобуквенного анализа. Да? Комар, звук на конце. Забор, самовар. Услышали этот звук, отметили этот момент, произнесли, как смогли. Двигаемся дальше. Копилка заданий. Угу. Посчитай мухоморы. 1 мухомор, угу. 2 мухомора, тоже момент грамматики, 3 мухомора и так далее. Считаем все мухоморы. 1 мухомор, а можно 1 горох. 2 гороха, 3 гороха, да, так как вы посчитаете нужным. И вот таким образом, посмотрите, ребенок и читает здесь у нас слоги, и выполняет разнообразные задания. Они могут быть и на двигательную активность, и на грамматику, и на словарь, и на фонематику. Да. Точно так же вот именно вот эти задания мы отдельно положили в коробочку, и получились у нас карточки вот тараторки на пригорке. А также, смотрите, здесь карусели. И вот такое вот колесо обозрения. И тут целый парк аттракционов. А здесь вот забор. И мы еще попутно можем посмотреть, какие Буратино встречает здесь, каких персонажей. Громко прочитай цепочку слогов. Придумай свою цепочку из 3 слогов. Здесь ребенок либо сам читает, либо повторяет за вами, что тоже развивает фонематический слог. Пар, пор, пыр. Повтори за мной. И не всякий еще сразу же повторит. И вот Ольга со мной согласна, пока дождешься. Это же, Оль, вот только у меня, только ребенок научился удерживать кончики языка за верхними зубами, то есть базовая тема, да, удерживать кончики языка за верхними зубами, понимать, что язык не должен опускаться, держим его. Ну, вот столько раз я наблюдала, потом дуй как бы на него. Вот один раз получится, прибегает довольный. Меня дома, смотрите, смотрите, у меня получилось. И, как правило, вот, наверное, со мной логопеды согласятся и говорит мне, смотрите, как у меня получилось. Вот весь надувается и трясется весь язык. Вот у него малейшие вибрации, и я понимаю, что у него не кончик языка трясется, а средняя часть языка, но он уже понял, что есть вибрация, да, и все, мы уцепились. Кончик языка наверху, держимся за вибрацию, он ее почувствовал, что я от него хочу, и все, и двигаемся. Вот такие вот смешные пары про пры. Повторит или нет? Нет, вы ему говорите. Повтори тогда такую цепочку. Ра-ро-ры. Если у него это получается, достаточно. Да? То есть всегда подходим к ребенку индивидуально, понимаете. Рассказывает нам одно, обучает нас так. Но вот мы сидим с ребенком, да, а у него у каждого абсолютно свой набор, как сказать, нарушений, да, звуковых, свой слух, как он это вообще слышит, оценивает, свой темперамент, своя динамика, да, свое расположение вообще заниматься. Поэтому здесь, конечно... Педагоги, я считаю, это вот просто должны быть артистами и психологами в одном лице, да, чтобы вытащить из ребенка его потенциал. Вот 3 шага. Ну, короче говоря, вся та же самая песня. Двигаемся. Пар, бар, кар. Тут у нас гараж, тут у нас вокзал. Красотища. Поиграем в игру «Один много». Называй слова. Да. Трава, трава. Травы, можно так сказать, трамвай, трамваи, тетрадь, тетради. Вот мы повторили и идем дальше. По такому же принципу построены игры на автоматизации звука Л, Ч, Щ и Ш, Ж. Да, вот это такой непременный момент. Ну и, конечно, для тех, кто переживает, что у нас нету звука Ш, тут у нас есть машки-матрешки, да, у нас есть вернисаж. Это все игры, в которых ребенку предлагается повторять слова со звуком «ш». А со звуком «с» у нас тут сам Санта-Клаус со своей сумкой. Специально уже объясняла коллеге, почему не Дед Мороз, да, потому что Дед Мороз, не брали его из-за звука «р», а сумка Санты, да, Санта, он, конечно, содержит в себе вот все эти звуки. То есть я надеюсь, что те, кто не так давно с нами играет, мне очень приятно, что коллеги, у которых уже и логомеры есть, и флешка Звукорику, и вы пользуетесь давно, и вы находите время приходить к нам пообщаться, посмотреть. Конечно, хотелось бы, чтобы вы поделились опытом, и я не устаю вас призывать, коллеги, вот когда вы пишете, и Наталья писала, и Ольга, что вполне возможно связаться со мной, да, и мы с вами вместе вот сделаем такое прямое включение. Вы включитесь и тоже расскажете о том, как у вас происходит работа, может быть, какой-то фрагментик покажете, да, то есть мне очень хотелось бы получать такую обратную связь, вот конкретную, также бонусом. Да, да, сложно уйти от тыры-дыры, поэтому вижу. Бонусом хочу закончить эту фразу. Вам будет некая благодарность за участие в вебинаре. Что-нибудь такое сделаем, чтобы вам для портфолио это тоже пригодилось. Вот я соглашусь с Еленой, с Альбиной. Иногда сложно уйти от тыры-дыры, а я тогда иду от обратного атр до ара. То есть из обратного слога, подключая гласные, ну, уходим, никто не остается, понимаете, в речи, чтобы он разговаривал и разговаривал, не разговаривал. Вот, поэтому это все здорово. И вы знаете, что вот у нас игры там так, все достаточно интересные, потому что они не только на повторение слов, да, но вот на все голоса, здесь еще на развлечение тембра голоса. Да, здесь говорят бабушки, дедушки, и ребенок не просто должен услышать фразу, повторить ее, но и заметить, кто ее сказал. Бабушка, дедушка, детский голос, взрослый или уже такой взрослого человека. Или вот там «Мои полкило». Такая тоже симпатичная игра. Ее можно использовать как на автоматизацию звуков, так, например, на лексическую тему продукты «Мои полкило». Акция «Все по полкило» начинается. Берем товары, не стесняемся. Помоги покупателю наполнить пакеты товарами. перетаскивая их с полок в пакеты со словами «возьму с полки полкило», называй товар и клади в пакет. Щелкай по покупателю, чтобы узнать, хватит ли ему товаров или нет. Выбираем в настройках звукола или. Сразу у нас тут продукты. Ну, здесь, конечно, от нас такая подсказка. Возьму с полки полкило, для того, чтобы дополнительно произнести слова полка и полкило. Да? Это уже мы с вами постепенно переходим от слов к фразе. Возьму полкило яблок. Возьму полкило лука. Перетаскиваем сюда. Полкило халвы. Полкило салата. Возьмем полкило. Булок полкило, полкило молока, клубники, колбасы, масла. Да? То есть мы повторяем еще с ребенком продукты, расширяем его словарный запас. Маловато будет. И смотрим, маловато ему. Еще добавим баклажанов полкило. Так, сейчас перенесем. Да, это, знаете, Галина, вот суперфраза, потому что вообще с «лэ» лучше всего работать, потому что на него больше всего слов и всяких таких моментов, когда можно просто, прежде чем закидывать в сумки этому персонажу нашему продукты, можно сказать «мыло около голубики, голубика около сала, сало около повидла». Да, вот это мы используем, я очень люблю вот это «около». Под, надо, около. То есть мы здесь и предлог, и вот в этом предлоге около очень четко звучит звук «л». Я люблю всегда раскладывать вещи и говорить. Какие лучше использовать приемы при горловом «р»? Ой, Тамара, ну, на самом деле прием-то тот же самый. Мы сегодня говорим, конечно, о автоматизации, но я вот Любе, да, Люба сколько раз приходила со мной, внучка, на полкило, на вебинар. У нее был горловой звук в 5 лет. 5-6 лет я, конечно, озаботилась, потому что горловой очень не люблю, но все то же самое. Мы убираем привычку говорить горлом, перетаскиваем акцент на кончик языка. Д-д-д-д-д. И вот мы д-д-д, вот на этом дятле, мы как дятлы. Д-д-д-д-д. Пока ребенок не почувствует «д», а потом все то же самое. Дуем на кончик языка, «д», «д», «д». Опускается задняя часть языка. И, ну вот она переучилась. Ну, надо сказать, у нее... Мы не регулярно занимались, да, потому что все-таки мы так вот не каждый день встречаемся, но я помню, мы на теплоходе отправились в путешествие, со мной подруга, ну, тоже логопед, мы с ней вместе учились с Олей. И я говорю: Оль, давай теперь ты. И вот у меня же все подруги логопеды, и мы с одной позанимаемся, с другой со мной, и переучились нормально. А метод все тот же самый, да, кончик языка за верхние зубы, рот широко открыт, стучим, как дятлы. Полкило повидла. Раис, сейчас я буду показывать, как приобрести игры, все поймем. Берем еще. Ну, так далее. Берем для него продукты, называем. Вот такая игра называется «Мои полкило». Затем в рамках нашей с вами темы автоматизации, да, сегодня даже не показывать дифференциацию, а есть игры у нас и на дифференциацию, вот их не так много, но на все звуки там в настройках выбираете, какую пару звуков автоматизируете. Мы идем с вами в конструктор картинок, наш любимый, для того, чтобы посмотреть, какие интересные материалы можно сделать на автоматизацию звуков. Секретами, Эльвира, делиться не буду, но покажу кое-что. Да? Вот, например, можно сделать вот такую картинку. Назови слова со звуком «д». Ну, например, если вы «д» автоматизируете. Ну, у нас тут есть материал и попроще. Например, вот что делал колобок на прогулке. Смотрите, из конструктора картинок вот так можно делать. Колобок увидел у нас мак. Господи, или гвоздика, или что, цветок. Понюхал. Вот у нас что здесь, работа с глаголами. Понюхал цветок, съел яблоко, поболтал с козой, косил косой, выпил молока, поел конфет, обнял кошку, надел каску. Смотрите, здесь вот такое простое пособие. Эльвира нам, конечно, делает великолепные пособия. Я не устаю восхищаться ее талантом. Да, ну и вот такой вот у нас материал получился, очень простой. Да? Вернемся с вами в редактор и обнаружим, что у нас здесь масса всяких папок, и мы можем сделать большую, видите, тут сколько количества сцен можно наделать, для того, чтобы потом быстро применять их в работе. Здесь вы увидите, что можно сюда добавить картинки, убавить. Они у нас тут все двигаются, перемещаются и большое количество папок с людьми, персонажами, грибами, деревьями и прочими. Просто буквально вам напоминаю об этом, вот, потому что эти сцены можно прекрасно использовать в своей работе, создавать самостоятельно, а можно открыть мерситеку, да, для того, чтобы, нажав на кнопочку «Автоматизация звуков», посмотреть, какие прекрасные материалы. Вот нам тут Валентина Степановна сделала, Ирина Васильевна, да, Юлия Юрьевна. Смотрите, какие классные вещи. Вот наши, ну это Эльвира Владимировна нас тоже балует тут красотищей. Вот, Юлия Равильевна тоже сделает. Вот, пожалуйста, берете любую сцену, нажимаете на кнопочку «Подробнее», «Открыть в редакторе», «Подробнее», «Построение предложений с предлогом у», например, у Даши шуба. Окей, открываем в редакторе. Вот девочка Даша у нас появилась тут. Вот, мы переходим, так, девочка Даша, видите, съехала, наверное, вот эта штучка. Так, переходим к занятию, чтобы у нас исчезли рамки, которые помогают нам создавать это. И дальше все делается. У Даши шоколадка, у Даши сушка. И когда вы открываете сцены в конструкторе картинок, у вас теперь все двигается. Вот у Даши сушка, у Даши подушка, сушки поменяли с подушкой, вишня. То есть вот коллега уже создала такой материал, а мы можем им воспользоваться. Тут у нас мышки, кошки, шарфы, машины. Автоматизируем звук «ш». Да? Легко и весело. Люди, давайте с вами посмотрим, потому что я вижу, кто, вы спрашиваете, кто может пользоваться играми. Сейчас я вам все расскажу, все покажу. Вот, все, заходите на сайт. Вот видите, здесь тоже я читаю ваши, у меня здесь все в телефончике. Значит, давайте с вами посмотрим. Я покажу, как всем можно этим воспользоваться. Коллеги, сейчас скажу про нашу тему. Да? У нас вот есть такие наборы. Так, вот это сейчас закрою, чтобы поменьше было нагрузки. Сделали специальные наборчики. Красиво говорим, лого-хелп и логоигротека. Подробнее, когда сюда входит, видите, звукорику, карточки, артикуляционная гимнастика, белки-балаболки, тараторки на приборке. Ну, давайте закинем в картину, просто чтобы показать, как этим пользоваться. Вторая у нас логоассорти, тоже отличная флешка. Вот если у вас нужен какой-то универсальный материал, не только на звуковку, потому что логоассорти там и грамматика, и лексика, и звуковка. Сюда входит еще карточка, артикуляционная гимнастика и коробочка с 54 карточки на трудные звуки. И звуковые, значит, это у нас логоигротека, флешка звукорику, замечательные карточки «Что за дверью» на автоматизацию слогов, да, звуков трудных в слогах, звуковые истории, такие карточки и трудные звуки. По кнопочке «Подробнее», да, вот нажимаете, обязательно это сделайте, вы можете все это прочитать, что это за материал, как это выглядит, что за карточки, да, все здесь у вас будет написано. Опять, смотрите, можно пойти в магазинчик, еще раз посмотрим флешки с играми. Для тех, кто пользуется флешками, я еще разочек напомню. Можно просто купить. Так, Алла, читая, мы просматриваем вебинары, так, и собираем детям, очень нравится. Спасибо, Аллочка, за то, что пишете об этом. Всегда очень нам вдохновляюще. Вот такие у нас есть флешки. Да, тут у нас можете полистать флешки с играми. Вот это новинки и акции недели. Да, вы можете посмотреть, вот наборчик вам, допустим, пригодился. Флешки с играми сюда нажимаем, смотрим. Вот отдельный конструктор картинок, все наши кимпы с документацией, логоассорти можно как отдельную флешку купить, наш генератор корректурных таблиц. Ну, короче, все это наше добро. Листаете, смотрите. Настольные пособия. Да, можно купить оптом все сразу, можно все по очереди. Замечательные карточки «Мой день», «Папин день». Вот трудные звуки, да, по кнопочке «Подробнее» посмотрим. Вот такие вот прекрасные картинки, которые в рамочках очень хорошего качества. Просто называем слова, и здесь трудные звуки 2, здесь у нас шипящие, свистящие, Ч и Ц и Т. Да? А первый набор там у нас соноры. Вот, это все, конечно, отлично сочетается вместе с работой над... И игра, да, игра, и сразу у вас есть карточка. Покажу, как оформлять корзиночку. Уходим, смотрим. Вот мы тут взяли набор «Красиво говорим», логоассорти, ну, как вариант, например, трудные звуки еще прихватили. Получилась у нас такая сумма. Если у вас подписка премиум, у вас будет скидка 10%. Продолжаем, значит, город. У нас тут прекрасные какие сегодня города. Видите, мы в разные еще и Беларусь в Казахстан отправляем. Ну, у нас тут Россия. Так, сегодня у нас прямо Омск был. Я видела несколько раз, вообще прекрасные города все. И выбираете тип доставки, адрес. Сейчас у нас бесплатная доставка, такая акция, что, чтобы вы не выбрали, выбирайте удобный для себя способ, а доставка будет у нас бесплатная. Вот здесь заполняете свой адрес, свои данные и как вы расплачиваетесь. Все, оформить заказ. Это очень быстро все делается. Затем, что я хочу вам показать, кто у нас, ага, вот она, тут я на сайте, видите, читаю тут ваши все встречи, скидки на наборы показала, про бесплатную доставку сказала, но мне еще хотелось сказать вам про, как оформить подписку, да, вот вы заходите сюда, подписка, понимаете, что нужно выбрать тариф, 5 флешек у Светланы, помогают они. Ага, классно, Светлана, спасибо. Вот вы, Светлана, пользуетесь флешками. Давайте подумайте о том, чтобы нам провести вебинар. Это не то, что вы со мной целый час, вот как я, да, но включение какое-то минут на 15 мне было бы так интересно, коллеги, что мы с вами вот такое включение, наши специалисты, которые сейчас вот поддерживают техподдержкой наш с вами вебинар, они тоже могут нам помочь, что вы из другого города встречаетесь, и мы бы пообщались, мне было бы очень классно. Подписка такая, старт, стандарт, премиум, да, 100 игр, 200 или все сразу игры. Во все игры входит обязательно конструктор картинок 4, сейчас очень там большой функционал, интересный. Оплачивать можно как один раз в месяц, так называемая рекуррентная подписка, или на 1 год оформить подписку и, соответственно, купить там годовой доступ, 1 раз вы платите, и банковской картой все, у вас целый год, как и у меня, вот с помощью студии, вот видите, я сейчас студию открыла, она у меня студия, я могу вернуться к играм, да, вот, и пользоваться всеми играми. Подписчики премиум класса знают, что мы их приглашаем бесплатно на наши вебинары, которые мы проводим, да, то есть это вот такой обязательный момент, поэтому у нас здесь обучение, онлайн-события, смотрите ближайшие события. Ой, Татьяна, вот в Донецкую область, прям я думаю, что скоро уже все мы будем доставлять, прямо думаю, что так и будет. Вот на данный момент не знаю, нужно искать какие-то пути. Вот Елена с нами первый раз. Лен, я надеюсь, что вот ролики вас вдохновили, и вообще тут у нас очень теплая компания. Вот у нас, например, видите, тут написано бесплатно для премиум подписчиков. То есть вот мне даже цена здесь не выставлена, там цена, по-моему, 499 рублей. 3 октября встречаемся с Ольгой Дмитриевной, интересный будет вебинар, с Минаевой, с Ольгой Цверковой, моя однокурсница, одногруппница даже. Вот, поэтому для тех, кто оформил премиум подписку, все эти вебинары будут бесплатны. Так, вот, значит, я возвращаюсь на сайт и показываю вам пособие, обследование, да, психологическое обследование речи. Напоминаю, что это бесплатный функционал. Коллеги, видите, я уже тут сколько создала детей и показывала вам, как пройти обследование. Здесь очень интересный материал заложен, там тоже есть игры, подсказываю вам. Да? Или мы, если вы психолог или вам было бы интересно обследовать, здесь есть и психологическое обследование, и также у нас на вкладке пособия есть Мерситека, это то, о чем сейчас говорила Эльвира. Да? Вы нажимаете на кнопочку пособие, выбираете пособие, для этого вообще даже не нужна регистрация, вы просто выбираете категории, сегодня у нас это категория автоматизации звуков, нажимаете «Применить». Да? То есть прежде чем оформить подписку, пожалуйста, воспользуйтесь материалами по обследованию, по конструктору картинок и вдохновитесь на то, чтобы у вас был полный функционал. Может быть, на работе вам будет такая милость, оформит вам подписку, потому что это же для детей. И вы смотрите, какие прекрасные пособия. Вот она, девочка Даша, помните, я вам сейчас показывала, а вот мальчик Паша, а вот чего не хватает. Столько страниц пособий уже готовых создано для вас, коллеги, нашими специалистами, включая Эльвиру. Посмотрите, как все красиво, насыщенно. И это все будет у вас открываться, даже если у вас не оформлена подписка. То есть вы по кнопочке подробнее можете ознакомиться, какую идею заложил специалист. Да, смотрите, наличие звука, автоматизация РЭ. Да, значит, по кнопочке подробнее. Изучайте, какая тут, Елена Юрьевна, какая была задумка? Проговаривание слов, чередующихся согласных с добавлением определенного набора движений рук. Смотрите, тут нейропсихологию нам подключает Елена Юрьевна, да? Коваленко, чередующее движение рук на слова со звуком светящей группы, способствует лучшему фонематическому закреплению. Ну, классно. Я нажимаю «Запустить в конструкторе», и это может сделать любой из вас, любой присутствующий. Вот. И у вас это, надеюсь, что запустится. Да, вот, все, запускается у нас тут. У меня просто такая загрузка очень постепенная тут сегодня. Вот. В любом случае, видите, вот все загрузилось. И смотрите, ребенок не только говорит слово «суп», «сук», «сок», но еще сопровождает вот так ладошками. Ну классно же придумано, да? И, пожалуйста, это пособие, оно у вас уже готово. Вы можете его сохранить, оно вот здесь у вас сохранится, вы можете к нему возвращаться, да? Поэтому, коллеги, имейте в виду, что мы всегда готовим к нашему вебинару вот такие наборы, очень полезные, на них идет большая скидка. До 4 октября можно приобрести со скидкой, да? Бесплатная доставка. Так, смотрим, работает ли у нас наш сертификатик, он работает, заполняйте его не спеша. Да? Вот, заходите в наш телеграм-канал, подписывайтесь. Сейчас в телеграме у нас большая общественная жизнь происходит, я читаю ваши комментарии. Я вам предлагаю сейчас заполнить сертификат, а также взять на заметку, что автоматизировать поставленные звуки нужно только с Мерсибо. Светлана, нужны ли специальные программы для игр? Нет. Вы, когда оформили подписку, да, вы сразу скачиваете студии. Видите, у меня сразу раз и студии появляется. Ну, там очень легко вы увидите, когда вы оформите подписку, вам сразу придет такое письмо от нашей техподдержки и ссылочка. Скачайте студию. Это делается полминуты, все. Она у вас таким отдельным значком в виде цветочка на столе. Ой, не хочу рабочий стол показывать, он там во всяком добре у меня. Вот, и все, я тут же нажимаю на этот цветочек, и у меня студия, да, и видите, у меня тут игры на фонематический слух, пожалуйста, большой набор, и игры для малышей, для того, чтобы активизировать речь ребенка, поставить ему звуки. Вот тут мы найдем звуки раннего антогенеза, вы увидите, что там нету сложных слов, мы, конечно, соблюдаем этот принцип. И неречевые звуки, и звукопроизношение, и лексика, какой богатый материал, и на чтение, какой материал. То есть подписка, конечно, вещь очень выгодная. Я не устаю призывать, чтобы вы своей администрации говорили о том, какой это важный материал. Родители, может быть, тоже будут заинтересованы, чтобы у вас была подписка. Ну, а те, кто оформили подписку премиум, еще и бесплатно посещают наши замечательные, интересные мастер-классы, имеют такой широкий арсенал материала. Поэтому, коллеги, сейчас заполняйте сертификат и приходите на следующий наш вебинар. Буду его проводить из студии, будет очень интересно. Я надеюсь, что те, кто у нас сегодня первый раз, вот, тоже к нам придут, коллеги, потому что каждый вебинар всегда что-то новое, что-то интересное, это всегда общение с вами, прекрасно получать от вас обратную связь, ну и также думайте о сотрудничестве с нами, да, о том, каких игр у вас не хватает. Мы всегда готовы и открыты поддержать все ваши инициативы. Ну, а на сегодняшний день я вас благодарю за внимание, и я желаю вам душевных сил, душевного спокойствия, продолжать работать, радоваться жизни и поддерживать друг друга. Это такое наше не очень простое, скажем, прямо время, но тем не менее живем, работаемся и надеемся на лучшее. Я желаю вам, коллеги, всего доброго, жду вас в следующую среду. До свидания.